В данном видеоуроке мы с вами поговорим о различных значениях фразовых глаголов и посмотрим это на примере фразового глагола work out, разберем перевод и примеры. Всем нам известно, как переводится work. Ну, здесь, наверное, два ответа напрашивается. Первое – это работать. I work – я работаю. I work hard – я работаю усердно. И также work – это работа. So, for example, she is at work. Она на работе. И также work out – это фразовый глагол. Давайте посмотрим различные значения. Итак, первое значение – это разработать, например, решение. I'll work out the best solution to this problem. Я разработаю наилучшее решение этой проблемы. Значит, work out a solution. Разработать какое-то решение. Обратите внимание, что решение проблемы – это solution to. После solution необходимо использовать предлог to. Solution to this problem. Мы говорим решить эту проблему. Solve the problem. I want to solve this problem. Я хочу решить эту проблему. Или I'm going to solve this problem. Или можно также сказать, я хочу найти решение этой проблемы. I want to find a solution to this problem. Если это фразовый глагол, то мы говорим я хотел бы to work out a solution to this problem. Далее. Второе значение – это понять. И здесь синонимами данного фразового глагола work out являются другие фразовые глаголы figure out и make out. Например, she can't work out how to use this device. Она не может понять, как использовать этот девайс. То есть, другими словами, можно было также сказать she can't understand how to use this device, или she can't figure out how to use this device, или she can't make out how to use this device. Получается, что figure out, work out, это не могу понять. I can't work it out. Я не могу это понять. I can't work it out. Ну, обычно, конечно, мы говорим I can't understand, но также данный фразовый глагол имеет место. И последнее. So, let's look at the third meaning. Давайте посмотрим на третье значение данного фразового глагола. Смотрите, оно связано со спортом. Когда мы занимаемся в спортзале, work out обычно это делать физические упражнения. И есть традиционное выражение work out in a gym, то есть заниматься в зале. How regularly do you work out in a gym? Как регулярно ты занимаешься в зале, то есть how often do you go to the sport gym? Как часто ты ходишь в спортивный зал, там to the fitness club, how regularly do you work out? So you can say, for example, working out in a gym is very important. Очень важно, if we want to build our muscles. Если мы хотим построить наши мышцы. Вот такие замечательные значения. Значит, еще раз. Work out. Это решить, наверное, проблему. Work out a solution to the problem. Второе значение – понять. I can't work it out. Я не могу это понять. И третье – это work out in a gym. I often work out in a gym. Вот такой замечательный фразовый глагол.